оставленные рядом, потому что дети рождаются для жизни, а война эту жизнь отнимает. И сегодня, в канун празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, мы проводим урок мужества, героизма, патриотизма и памяти. Мы чтим и помним подвиг солдат, трудовой героизм тех, кто оставался в тылу, а также будем помнить о детях, которые несли на своих плечах непосильную ношу военного времени. О войне написано много книг, рассказов, стихов, и сегодня учащиеся Русской православной школы подготовили стихотворение на тему «У войны не детское лицо». Давайте послушаем их выступление.